В выходные во всех районах края прошли продовольственные ярмарки. На них сельскохозяйственные предприятия предложили свою продукцию. На прилавке выложили мясо, ягоду, мед, овощи, рыбу и молочную продукцию. Такие ярмарки пользуются у жителей региона особой популярностью. Можно приобрести продукты по ценам, которые в разы ниже, чем в магазинах. Также здесь достаточно широкий ассортимент. На ярмарке в поселке Сланцы свой товар представил и знаменитый Justus Worker, более известный как «Веселый молочник». Он привез продукты из козьего молока, которые производит самостоятельно. Средства от продажи продуктов именно на этой ярмарке Justus решил отдать на лечение девочки Элеоноры, дочки своего друга. Продаж сыр сдавали моему хорошему другу Александру на лечение его дочери Элеонора. Она там обнаружена какой-то редкий вид артрита, и надо было ей поехать в Москву. Они уже собрали 125 тысяч. Просто таких пожертвований наших еще туда 13 пойдет. Я думаю, что уже вот, может, уже сегодня те деньги, которые хотели собрать, там 150 тысяч, которые нужно было собрать на поездку в Москву и на все эти процедуры, как бы уже будут собраны.